Всем привет! В этом видео я буду удлинять транец на данной резиновой лодке. В общем, она под короткую ногу на моторе. В данном случае здесь будет мотор устанавливаться с длинной ногой. Вот, собственно, сам мотор. У него, как можно заметить, длинная нога. В общем, здесь задача удлинить транец, поставить его, чтобы он был более высокий. На 200 мм данный транец будет выше. Вот такая вот задача. Сегодня буду ее исполнять. Сейчас выпилены два куска алюминия рифленого. Вот. Сейчас примерка пока. Сейчас будет это все насквозь сверлиться, а между листами алюминия будет устанавливаться фанера для дополнительной жесткости. Зафиксировали листы из алюминия, вырезанные заранее. Вот так это все дело выглядит. И внутри. Внутри вот таким вот все это дело образом. Промеж них. Между ними будет устанавливаться уже листы фанеры. Фанеры мы расставим листы, обрежем, обрисуем по контуру и обрежем. Следующим этапом было вырезание фанеры. Здесь будет три сегмента. Данные сегменты будут уже промеж листов помещаться. Вот так вот устанавливаться. И уже после будет это все дело скручиваться. Скручиваться здесь будет по краям. А потом, после этого, будут устанавливаться уже штатные накладки с дюральки. Они уже будут уже монтироваться непосредственно к алюминию. Вот такие дела. Закрепили предварительно мотор на новом трансе. Вот так это все дело получилось. Вот. Мотор стал намного выше относительно уровня воды. Вот так это все дело получилось. Сейчас нужно будет установить штатные накладки, которые показывал ранее. И, собственно, уже можно финишно укреплять сам транец. И предварительно герметиком обработать нужно будет болты. После примерки данного мотора на данную лодку стало понятно, что жесткости данной конструкции не хватает. И принято было решение усиливать это все уголком. Уголок взят 40 на 40. Полка у него 4 мм. Вот так это дело все получилось. Закончен очередной этап, посадили все болты, все на герметик, также прикручены площадочки с обоих сторон. Так это все выглядит. Сейчас осталось навесить мотор, ну и, собственно, работа будет закончена. В общем, последний этап был пробная установка двигателя, двигатель установлен, все нормально, двигатель пробовали заводить, все отлично, вот, все поворачивается, ничего не мешает, все отлично. Вот далее будет окрашиваться металлический уголок, но это уже после. Также обработается лаком фанера. На герметик установлены все болты, чтобы здесь, как говорится, ничего не протекало. Вот такой вот получился увеличенный транец. На этом сегодняшнее видео будет закончено. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, комментируйте, делитесь видео. На этом все. Все пока. Пока.